Хочу повториться, прежде чем мы возвратимся к тексту. The things that we are doing. То, что мы делаем. On this subject of Jewish hermeneutics. Это тема еврейская герменевтика. That we spent yesterday on. И то, о чем мы вчера говорили. They are technical. Это техника. They are trying to understand the mechanics behind how the writers of the New Testament used the Torah and the prophets. Это механический процесс. Мы понимаем, пытаемся понять механику, как авторы Нового Завета использовали Тору. In other words, when we read the New Testament, когда мы читаем Новый Завет, normally evangelicals are not trained to read. Обычно евангельские христиане не подготовлены, не научены читать. They look at the words. Они смотрят на слова. But they don't read. Но они не читают. What do I mean? Что я имею в виду? When a person reads and is trying to understand. Когда человек читает и он пытается понять. And he suddenly sees something strange, like a quotation from the Old Testament. Внезапно он видит что-то странное, какая-то цитата из Ветхого Завета. Normally, обычно, he should go to the Old Testament. Ему нужно перелистнуть на Ветхий Завет. And see what this text means in its original location. И посмотреть, что же этот текст означал в оригинале, в окружении, в том контексте. And when he does that, и когда он так поступает, questions will come up to his mind. Сразу же появятся вопросы у него. And he has to answer these questions. Ему придется ответить на эти вопросы. From his understanding of the text. С точки зрения понимания этого текста. Yeah. When he does that, когда он так делает, these mechanics come into play. То вся эта механика или механические эти процессы, они сами собой срабатывают. Right now, to be or not to be, если я скажу, быть или не быть, вот в чем вопрос. Что сразу происходит? Person, если вы образованный человек, yeah, то сразу возвращаетесь куда? Вспоминаете Hamlet, что? Гамлета. Right to Shakespeare. Shakespeare. Why? Почему? Because you associate. Потому что это ассоциация. My statement. Мое утверждение. You know that I didn't make it up. It's not mine. Вы знаете, что не я это придумал, это не мне принадлежит. It belongs to Shakespeare. Это принадлежит Шекспиру, фраза. Yeah? You do it because you know Shakespeare. И вы делаете так, потому что вы знаете Шекспира. If you never heard of Shakespeare, если бы вы никогда не слышали Шекспира, if you never heard of Hamlet, никогда бы не слышали Гамлета, you will not associate it with Shakespeare or with Hamlet. Никогда бы у вас не было этой ассоциации с Гамлетом. That's why the Holy Spirit chose to reveal God through a text. Вот поэтому Дух Святой решил явить Бога через текст. I would have preferred to have a pill. Мне бы лучше, я бы предпочел взять какую-то таблетку. I take the pill. Принял таблетку. And I have a revelation. У меня откровение от Бога получил. Some of our American brothers in the messianic movement, they smoked their revelation. Некоторые из наших мессианских братьев в Америке воскуряют откровения. Большинство из них были выходцами из движения хиппи, и они имели дело с наркотиками. И некоторые из них даже пришли к вере в Иешуа, пока они курили, ну, в процессе курения. Но все же преодолели это. God chose to reveal His word through text. Бог решил явить свое слово через текст. And text requires thinking. И текст требует от нас мышления, чтобы мы думали. It requires analysis. Требует анализа. Yeah. Now,
traditionally, і традиційно, in Christianity, thinking was not encouraged. В християнстві не поощрялось мислення. There was an invisible sign in front of every church. Всегда перед каждой церковью были какие-то невидимые знаки. Danger. Опасность. Thinking is not good for your health. Мышление опасно для вашего здоровья. Because most of the churches did not want people to think. Потому что большинство церквей не хотело, чтобы люди думали. That's true in the Catholic Church. Это относится к католической церкви. It's true in the Greek Orthodox Church. Также греко-православной церкви. And it's true in many Protestant churches. И во многих протестантских церквях тоже это относится. Because if you think, потому что если вы думаете, you ask questions. Вы задаете вопросы. And if you ask questions, the pastor has to answer them. Если вы задаете вопросы, то пастор должен ответить на них. But the problem is that most pastors don't want to answer questions. Но проблема в том, что большинство пасторов не хотят отвечать на вопросы. They want the people to come to church. Они хотят, чтобы люди приходили в церковь. To sit down. Сели. To sing a little bit. Попели. To get up, to sit down, to get встали, up, to sit сели, down. Встали, сели, встали. To give the money and go home. Отдали деньги и пошли домой. That's true for most pastors. Это относится к большинству пасторов. In most modern churches. В большинстве современных церквей. Yeah. If you have faith, it's wonderful. Если у вас есть вера, это замечательно. But normally it's not even required anymore. Но обычно даже этого не требуется. Because life in the world has become rather easy compared to what it was hundreds of years ago for our great-grandparents. Потому что жизнь в современном мире стала сравнительно легкой по сравнению с предками тысячи лет назад. And we know from the biblical pattern, и из библейских примеров мы знаем, that when people have easy life, что когда у людей легкая жизнь, they leave God aside. Они отставляют Бога в сторону. It is when life is very hard, а когда жизнь очень трудная, that people cry out to God, люди взывают к Богу. Ask God to come into their life. И просят Бога прийти в их жизнь. To save them. Спасти их. To heal them. Исцелить их. To feed them. Накормить их. To win their wars and their battles. Сражаться за них в их войнах. That's the history of the Jewish people of Israel. Это история Израиля, это история еврейского народа. Vayishman Yeshurun Vayivat. The end of the book of Deuteronomy says Yeshurun got fat and started to kick. Получается, в конце книги Второзакония говорится, они растолстели, стали тучными и начали бодаться. And the same is in all through the book of Judges. То же самое в книге Судей, во всей книге Судей. When they had a little bit of peace, a little bit of prosperity. Когда настало немного мира, процветания. They left God. Они оставили Бога. Then he came and he punished them. Затем он приходит, наказывает их, затем они взывают к нему. И он посылает им судью, пророка, спасителя. И затем они возвращаются. И в нашем мире нет никакой разницы в современном. Этот мир сейчас проходит цикл. Цикл, когда мы были достигли больших высот. Christianity was very high up. Христианство достигло высоты. But we are now in a decline. Но теперь мы в упадке. Europe, Европа, United States, Соединенные Штаты. The Christian world is in a decline. Христианский мир в упадке. The decline is not only financial. Упадок не только финансовый. It's moral. Моральный. It's spiritual. Духовный. It's in every way a decline. Упадок во всякой сфере. Your generation. Ваше поколение. Your younger generation. Более молодое поколение. Is going to have very strong faith. Вам придется иметь очень сильную веру. And you will be required to have an extreme form of dedication. И также вы должны быть экстремально посвящены. In order to be able to save your own souls and your families. Спасти свою душу и также свои семьи. And I'm not talking about financial or physical
extreme. I'm talking about spiritual extreme. Не говорю о финансовом, физическом экстриме, а духовном экстриме. The finances of the world are going to still survive, and the, you know, prosperity will continue for another 100 years. Финансы все еще будут существовать, и процветание тоже может продлиться 100 лет. If Yeshua doesn't come back. Если Иешуа не возвратится за этот период. But we need to face the spiritual crisis. Но мы нам придется столкнуться с духовным кризисом. Because essentially, much of evangelical Christianity is bankrupt. В конечном итоге большая часть евангельского христианства — это банкроты. Yeah. I mean, people talk about, you know, the Holy Spirit. Люди говорят о Духе Святом. And miracles. О чудесах. And the fruits of the Spirit. Yeah, о плодах Духа. All you have to do is turn on the television. Только включите телевидение. Even in Ukraine. Даже в Украине. I turned on this morning the television. I saw some pastor talking about fruits. Я включил телевизор, там увидел пастор проповедовал о плодах. And it's okay. It's good. Это хорошо. Все в порядке. But it's only in the television studio. You have to take it out of there into the street. And это хорошо только в телевизионной студии, потому что надо еще вынести это на улицу, ваш дом, with your children, with детям your своим, and with your вашим друзьям, you work with, коллегам. It becomes very different than это становится очень другим в реальности, а не в телевизоре. So the things I'm teaching you are the technical things. То, чему я учу, это технические моменты. They are tools. Это инструменты. That if you put them to use. Если вы будете их использовать. If you use them when you read. И при чтении будете использовать их. You will get benefit from them. То получите все преимущества. If you just hang them, put them in your drawer. Если поставите их куда-то в шуфляду. Nothing will happen. Ничего не произойдет. You've wasted your time here. Вы свое время потратили напрасно. So we talked yesterday about four principles. И вчера мы говорили о четырех принципах. Кальвахомер, which is from the light to the heavy. Что значит от простого к сложному, от легкого к серьезному. Which the formula is how much the more. И формула такова: если, то коль мы паче, то насколько более. If something is true, если что-то истина, for little, для малого, it is much more true for the much. То это более применимо и более правдоподобно к большему. If something is good for the little ones, если что-то хорошо для малого, маленького, much better, то намного лучше for the big ones. Это для большого. If you're faithful in little things, если вы верны в малом, yeah, you will be given bigger things to do. То вам будет дано больше. Yeah. This same principle, Kalvachomer. Это тот же принцип, Kalvachomer. The second one that we второй talked about, принцип, о котором мы говорили. And we gave examples for all of it. Примеры приводили. Was Gzerashava. Gzerashava. You know, when we have equal expressions. Когда существуют одинаковые высказывания. Yeah, it means that the same rules that apply to the one apply to the other place. То значит, что правила, применимые к одному стиху или месту, применимы и ко второму. The third one we talked about is Binyan Av. Третий принцип Binyan Av. Mikatuv Echad. Which means making a family from one text. Binyan Av Mikatuv Echad. Это значит создавать семейство из одного текста. You know, we take one text. Берем один текст. And sometimes very important things only appear one time in the Bible. Иногда самые важные вещи только однажды в Библии упоминаются. They don't appear more than once. Не более чем один раз, только один раз. But then we take this one principle text. И вот этот один текст, в котором содержится принцип. We build a family from it. Из него мы вводим в семейство целое. Yeah. We build a family from one text, and I gave you the example of the whole issue of the blood. И создаем семейство из одного текста, и это пример мы рассмотрели с кровью. That becomes a main subject in the book of Hebrews. Так что это основная тема в послании к евреям — кровь.
Now the fourth principle this morning. І четвертий принцип це утро. It's binyan av mishnei ktuvim. In other words, making a family from two texts. Binyan av mishnei ktuvim. Это making a family. Создавать одно семейство. From two texts. Из двух текстов. In other words, we have two texts that appear not to be connected at all. Допустим, у нас есть два отрывка, которые никак не взаимосвязаны. And we build from them. И на основании этих двух отрывков family. Мы создаем семейство. Doctrine. Доктрину. A good example of this is in the book of Hebrews. Хороший пример этому в послании к евреям. The first chapter. Первая главе. From first 5 to 14. Let's read it and look at it and try to see how the writer is using Давайте two different texts. Прочитаем, посмотрим, как автор использует to create something new completely, a new doctrine completely. Два разных текста и выводит абсолютно новую доктрину. It's the whole chapter. Hebrews 1 from verse 5 to verse 14. Первая глава с 5 по 5 стиха и до конца. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о сыне престол твой, Божий, век века. Жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обетшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Когда, кому когда из ангелов сказал Бог: «Сиди одесной меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? What does the writer do here? Что здесь автор сделал? He's connecting two things that essentially are not connected. Он соединяет два текста, которые в принципе никак не связаны. He's connecting text that deals with the angels. Он соединяет один текст, который говорит об ангелах. From Psalms. Из псалмов. And the covenant that God made with David. И текст, где говорится о завете Бога с Давидом. Remember in 2 Samuel. Помните, in chapter 7 God appears to David. Царств 7 глава Бог является Давиду. And it says your throne will never be empty. И говорит, что на престоле твоем никогда не будет, ну, всегда будет помазанник, всегда your будет царь. Seed, your son, your seed will be on the throne forever. Твое семя будет на троне всегда, навечно. And he will be my son and I will be his father. И он будет talking about the seed of David. Моим сыном я буду ему отцом. Он говорит о семени Давида. If you want the specific text, you can see it in the book of Hebrews, but it's also in 2 Samuel 7, 13 and 14. Это в Евреям мы находим, но и также по оригиналу это 2 Царств 7, 7 глава. So, поэтому what do the angels have to do with the Son of God? Какая вообще взаимосвязь ангелов с Сыном Божьим? Nothing. Ничего общего. But the writer of the book of Hebrews uses these two texts. Но автор послания к евреям использует эти тексты. And says. И говорит. To whom has the Father ever said? To whom of the angels has God ever said? My son. Когда из ангелов, кому когда из ангелов сказал Бог, мой сын? He never said. Он никогда так не говорил. He called the angels ministering spirits. Ангелов называет он служебные духи. He called the angels to worship God
Let the angels of God worship him. It brings this text in verse 6. Также в 6 стихе ангелы, которые должны поклоняться Богу. So worshiping the angels can worship, wonderful. The angels can serve, wonderful. Поэтому ангелы очень хорошо служат, ангелы очень хорошо поклоняются. But he never told any of the angels, my son. Но никогда никакому ангелу он не говорил, мой сын. And on this connection between the two texts, и если посмотреть на связь между этими двумя текстами, the writer of the Hebrews makes a family, makes a whole doctrine. Автор послания евреям выводит целое семейство, доктрину выводит. It's like cooking. Это похоже кулинарии. Приготовлению пищи. You can cook one thing. Вы можете приготовить что-то одно. But if you to put two things sometimes that oppose each other, it becomes gourmet. Right? Do you understand what I'm saying? Gourmet, yes, but... Yeah, in other words, you take marmalade and you cook the chicken in marmalade, all of a sudden it becomes gourmet. Можно сказать... Если вы приготовите в один способ, это простая еда, а если вы берете мармелад и готовите курицу в мармеладе, так это уже для гурманов. Yeah. Do you understand what I'm saying? Вы понимаете, о чем я говорю? If you have one thing, если у вас есть что-то одно, no, it's good, один ингредиент, это хорошо. But it's a little bit more sophisticated to take two texts. Более так замысловато, когда вы берете два текста, seemingly have nothing to do with each other. Которые с первого взгляда ничего общего друг с другом не имеют. And connect them to build a new doctrine. И проводите взаимосвязь между текстами и выводите доктрину. There are rules for it. Есть правила в этом для этого процесса. And that's what we're doing now. We're talking about the rules to do it. То, что мы делаем, мы говорим об этих правилах, как это делать. You have to have a good reason to do it. Нужна хорошая причина, чтобы была хорошая причина, чтобы так поступить. And the writer of the book of Hebrew has a reason, has found a reason to connect the two ideas. И получается, у автора послания евреям была причина такая. And what's the reason? Какая причина, почему он так сделал? God has never called the angels my son. Причина такая, что Бог никогда no не называл, the son of никогда God. Не называл никакого ангела в мой сын. Ни один из ангелов не является его сыном. Only the seed of David is called my son. Только семя Давида он называет мой сын. Israel is called my son. Израиль называет мой сын. But not the angels. Но не ангелов. And he deduces from this that the son is much greater than the angels. И он приходит к такому заключению, к такому, что сын выше стоит намного, чем ангелы. By the way, this is a very important point. Кроме того, это очень важный момент. Because many Christians get so confused. Потому что многие христиане очень запутываются. And they want to see Yeshua everywhere. Они хотят увидеть Иешуа везде. And so when they read the Old Testament sometimes, поэтому иногда, когда они читают Ветхий Завет, and they read about the angel of the Lord, и они читают об ангеле Господнем, coming to Abraham, который пришел к Аврааму, and the angel of the Lord coming to Gideon, а ангел Господень пришел к Гедеону, and the angel of the Lord in the book of Haggai, и ангел Господень в Агее. Oh, it's Yeshua. Все это Иешуа. They make Yeshua a cosmic tourist. Они из Иешуа делают космического туриста. He comes and he goes. Он приходит, уходит. The angel of the Lord, then he. Ангел Господень приходит, уходит, приходит, уходит. But they're trying to do what I'm talking about. They're trying to build from. Но что они пытаются делать? Они пытаются на основании двух текстов создать семейство. But it's a very dangerous thing if you don't follow the rules. Но это очень опасно, если вы правилам не следуете. Because you cannot say that the angel of the Lord is Yeshua without some very, very good, clear textual reason to say it. Невозможно сказать, что ангел Господень это Иешуа, если тому нет подтверждения текстуальное в тексте. Because if Yeshua came and went and came and went. Потому что если Иешуа приходил, уходил, приходил, уходил. There is no meaning to the incarnation. Тогда нет никакого смысла в его воплощении человеческом. Do you understand what I mean? Понимаете, о чем я говорю?
If he came here so many times before, если он так часто приходил уже до этого в истории, so many wonderful works of salvation, like leading the children of Israel in the wilderness. И что он уже так много замечательного спасения дал израильскому народу в пустыне. Then why should he come in a different way and be born from a virgin Mary? Тогда зачем ему вообще приходиться другим способом рождаться, воплощаться в тело человека, рождаться через Деву Марию? But it's not so simple. Но это не так просто. Because Paul, for example, makes a very interesting midrash. Потому что Павел очень интересный мидраш выводит. In 1 Corinthians 10. В 1 Коринфянам 10 главе. Where he says that the rock from which the children of Israel drank. Он говорит, что скала, из которой пили израильтяне. Is Yeshua. Это Иешуа. Is the Messiah. Это Мессия. Remember this text. Помните этот отрывок? 1 Corinthians chapter 10. 1 Коринфянам 10 глава. He makes a midrash and he says the rock from which they drank was Christ. Выводит мидраш и говорит, что скала, из которой пили израильтяне, был Мессия. So there the Messiah is not an angel, but he is a rock. Поэтому там Мессия не ангел, а Мессия скала. Yeah. I remember yesterday. И помните, что вчера. When we talked about Gzera Shava, когда мы говорили о Гзера Шава, we read the midrash of that Peter made in 1 Peter chapter 2. И прочли мидраш Петра в 1 Петра 2 главе. About all the rocks. О всех камнях. Yeah. All the text from the rocks, from он Psalms использовал все стихи, где говорится о камнях. Из псалмов 117 псалом на русском. Yeah. And from Isaiah 28 главы. Collected all the texts that deal with stones and собрал все стихи, to Yeshua and to us. Где говорится о камнях и применил это к Иешуа и к нам. And there is the same thing happens with the rock. И тоже относится и к скале. It's a very interesting thing. In Israel's declaration of independence, there is no mention of God. Интересно, что в декларации независимости Израиля нет упоминания Бога. When Ben-Gurion in 1948 was going to pronounce the declaration of independence. И когда в 49 году Бен-Гурион уже был готов провозгласить декларацию. All the religious parties rebelled. They said, we have to put God in the declaration of independence. Все религиозные сторонники очень протестовать начали, потому что говорит, нужно хотя бы имя Бога вставить в эту декларацию. Can't be a Jewish state without God. Еврейское государство не может быть без Бога. Ben-Gurion refused. Бен-Гурион отказался. But finally he compromised. Но наконец он пошел на компромисс. He didn't put God. Он не вставил слово Бог. But he put the rock of Israel. Но он сказал, скала Израиля. Нету слова Бог. But the rock of Israel he put in. Но он ставил туда фразу скала Израиля. You should know that Ben-Gurion was a very interesting character. И также вы должны знать, что Бен-Гурион был очень интересным человеком. He learned Greek. Он изучал греческий. Especially. Особенно. To read the New Testament. Для того, чтобы читать Новый Завет. And he read the New Testament every day. И каждый день он читал Новый Завет. And if you go to visit his shack in the kibbutz Deboker in the Negev. Если вы пойдете посетите тот домик, где он жил в кибуце. Барака. You know what a baraka means? В бараке жил. Very small wooden house he lived in. В маленьком деревянном домике. You will see on his desk. То на его столе вы увидите. A Greek New Testament. Новый Завет на греческом языке. Until today. До сегодняшнего дня. So when he said that he's willing to compromise with the Orthodox and put the rock of Israel. И когда он сказал, что он пойдет на компромисс с ортодоксами и вставит фразу «скала Израиля». I don't know what he had in mind. Maybe he had in mind Yeshua. Не знаю, что у него там было на уме. Может, он думал вообще про Иешуа.
Because there is a whole lot of Jewish thinking about this rock. Есть целая мысль еврейская по поводу этой скалы. You remember that when Moses asked to see the glory of God. Помните, когда Моисей попросил увидеть славу Божью? In Exodus 33. В Исходе 33 главе. Verse 20, he asked. В 20 стихе он просил. Show me your glory. Яви мне свою славу. And God said. И Бог сказал. No man can see me and live. Ни один человек не может увидеть меня и жить после этого. But go stand on the rock. Но пойди стань в скале среди скал. And I will show you my back. И я покажу, и ты меня увидишь со спины. So Moses went and stood on the rock. Let us read. What is it? You want to read it? Okay, start Exodus 33. Исход 33. Давайте оригинал посмотрим. Read it together. Вместе прочитаем. Verse. What? Exodus 33. Start from verse 20 and read till verse the end of verse 6. In chapter 34. О, давайте. 33:20 to 6:34. 33:20 и 34:6. Very interesting text. И потом сказал он: лица моего не можно тебе видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое будет, не будет видимо. И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, никто не должен показываться на всей горе, даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел им Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные, и сошел Господь в облаке, остановился там близ него, провозгласил имя Иегова. И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, и так дальше. Yeah. So, read the last verse, verse 6, again, slowly. Шестой стих снова. Прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Благомилости и долготерпеливый, истинный. Милостивый, right? Истинный. Remind me, I will say something about this. But you see, he told him to go stand on the skala, on the rock. Помните, он говорит ему: иди стань на скале. And when Moses is standing on the rock, и когда Моисей стоял на скале, he gets a revelation of God. Он получает откровение Бога. And God's character. И о Божьем характере. The 13 principles of God's character. 13 принципах Божьего характера. Adonai, Adonai, El Rachum veChanun, Erech Apayim veRav Chesed veEmet. Yeah, 13 words. 13 слов это. Are the 13 characteristics of God. 13 характеристик Бога. But he's standing on the rock. Но он стоит на скале. So Paul и Павел is connecting this rock, проводит взаимосвязь между этой скалой, with the rock that Moses struck, с той скалой, по которой ударил Моисей, to drink water from, из которой можно было бы пить воды. And he says this rock is the Mashiach. И говорит, что эта скала это Машиах. He's doing it by midrash, by gzera shava. Он это делает с помощью gzera shava метода. Classic gzera shava. Это тоже классический пример gzera shava. He says it's written here rock and it's written here rock. Говорит, therefore they are connected. Там сказано скала, здесь сказано скала, поэтому они взаимосвязаны. The two rocks are connected because
The same word used in both places. Дві скали взаємозв'язані, тому що і там то ж саме слово. And the context is connected. І контексти теж взаємозв'язані. By the Gzerashava. З помощью Gzerashava. And therefore when we talk about merciful and long suffering, full of grace and truth. І поэтому, коли ми говоримо о Бозі, человеколюбивом, милостивом, терпеливом, in the mind истинном, of Paul, that cannot be anybody else except Yeshua. То сразу возникает такая ассоциация у Павла, что это никто другой, как только Иешуа, который является откровением, откровением о Божьей любви, долготерпении, истине. Now, over here, и в этом тексте I will digress from our subject to teach you something very important. Я, можно сказать, немножко отступлю в сторону, чтобы чему-то важному over here, научить вас. The last two words of verse 6. Здесь последние два слова в шестом стихе. Are grace and truth. Милость и истина. Right? Угу. Много милости и истины. Now, if you go to the Gospel of John. И если вы откроете Евангелие от Иоанна. And you keep your finger there in Exodus and go to the Gospel of John, chapter 1. Поставьте закладку на исходе и откройте Евангелие от Иоанна. Verse 17. Chapter 1. Первая глава, 17 стих. Read it. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать, it's grace and истина. Yeah. Okay. Now look at this text. Посмотрите на этот стих. It says благодать и истина, right? Благодать истина, да? The same words in the Hebrew. Такие же самые слова на иврите. As in Exodus. Как в книге Исход. 33:6. Хесед ваэмет. 34:6. В иврите. But in Exodus it's not translated благодать и истина. Но в Исходе там не сказано благодать и истина. How is it translated? Милость и истина. Милость и истина. В Исход. Why милость? Почему милость? 20 places in the Torah and in the prophets and in the Psalms appears благодать и истина. Хесед ваэмет. In the Hebrew Bible 20 places appears in the Old Testament. В Ветхом Завете взять пророков, псалмы и Псалтырь, там появляется 20 раз это словосочетание хесед ваэмет. But you will not find it even one time in the Russian Bible. Но в русской Библии даже один раз этого нету. You will find милость. Вы найдете милость. But not благодать. Вы найдете милость и истину. Why? Но не благодать и истину. Well, почему? Милость and благодать, they are synonyms. Это синонимы истины. Right? Милость и благодать, но это не одно и то же. So if you look in your Symphonia, in your concordance. Посмотрите по симфонии. For благодать и истина. Благодать и истина. Not in the Old Testament. Нету в Ветхом Завете. Only in the New Testament. Только в Новом Завете. Why? Почему? Because the translators. Потому что переводчики. Read the Torah was given by Moses. Читают, что Тора дана Моисеем. And Chesed ve'emet came from Jesus Christ. А Chesed ve'emet через Иисуса Христа пришла. So they didn't want you to find Chesed ve'emet in the Torah and in the prophets. Поэтому они не хотели никак выискивать Chesed ve'emet в Торе и в пророках. They wanted to mask it. И хотели замаскировать Chesed ve'emet в Торе. So they translated instead of благодат, милость. Вместо милости они взяли вместо благодати они взяли милость. Few other places in which this is appears. Еще пару мест тоже такое появляется. The first time it appears is already in the book of Genesis. It appears twice or three times in the book of Genesis. Chesed ve'emet. Chesed ve'emet первый раз появляется в книге Бытие. Genesis 24. 24. Let's look at it. I hope I find all the places. I don't. Надеюсь, что я найду этот стих. Remember all the places. But some of them I remember. 24 of Genesis. 24 глава.
verse 49 стих. Yeah, go ahead. 49 стих, да. «И ныне скажете мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». It's not this is Elazar, the servant of Abraham, talking to Lavan, the father of the brother of Rebecca. Получается, Елизер говорит с Лаваном. Yeah. Elazar говорит Лаваном, and he says, if you're going to do grace and truth with me, then tell me, you're going to let me take her or not let me take her? Shall I go or not go? We have a deal or we don't have a deal? Намерен ли наказать мне милость и правду? Будет ли у нас сделка? Пойдет она или не пойдет? So instead of grace and truth, поэтому вместо благодать и истина, it's милость and правда. Милость и правда, даже так. Not the same words. Это не те synonyms. Слова. Синонимы взяты. Yeah. Again in Genesis 49, if I'm not mistaken. Еще Бытие 49. We see the same text. Такой же самый отрывок, похоже. The same idea, but again it's translated as wait a minute. It's translated as synonyms, not. Тоже перевод, там взяты синонимы. But the same is true with other words in the New Testament as well. Но это относится и к другим некоторым словам в Новом Завете. The word evangelium. Например, слово евангелиум. Appears as in Russian as what? How did they translate it? В благовествование. Обычно. How is the word gospel in Russian? Gospel, Евангелие, or благовествование, good news. No, it's good news is not in the New Testament. It only is Евангелие, right? Благовествование and Евангелие. That's two words they use for gospel. In the New Testament? In New Testament, in Russian, yes. Well, that's interesting, because the word evangelium appears 5 times in the Old Testament. Слово «евангелиум» 5 раз появляется в Ветхом Завете. И всегда его переводят как «благая весть», «добрая весть». Yeah. В английской Библии слово «евангелие» появляется только в Ветхом Завете. Gospel. Gospel. Yeah. And in the Old Testament, it's always good news. В Новом Завете. А в Ветхом Завете всегда добрая весть, либо благая весть. То же самое сделали. Вот еще хесед веэмет. Другие стихи. Уже мы видели. В Исходе, в Бытие видели. Псалом 84:11 или 10. There are many. In Psalms there are many. Yeah. Of that. So they did it on purpose. И сделали они это специально. To mask the fact that, because if you find grace and truth in the Old Testament, what does it mean? Grace and truth came through Jesus Christ. It means it was already there in the days of Abraham. Поэтому, it was already there in the days of Moses. Если получается, найдем мы фразу «благодать и истина» в Ветхом Завете, а потом как же это понять? Сказано же, что через Иисуса пришла благодать и истина, и в то же время она уже и была во времена Авраама. So for this, they masked it with synonyms. И таким образом они замаскировали это с помощью синонимов. Yeah. But anyway, let's get back to our subject. И давайте возвратимся к нашей теме. So binyan av mishnei ktuvim, building a family from two texts. Создавать семейство из двух текстов наш. It means taking two texts. Наше правило это взять два текста. Finding a motif that connects them. И найти мотив, который соединяет их. And building from them a doctrine, a family of teaching. И создать на их основании доктрину, учение. And I showed you the example of the book of Hebrews chapter 1. И я показал пример вам Евангелие, послание к Евреям, первую главу. Then we have another, the fifth principle of Hillel. Пятый принцип Гиллеля. It's called Klal Uprat.
клал у прат. From the general to the particular. К от общего к частному. Yeah. You know, we have a principle. Допустим, у нас есть принцип какой-то. And then you get the details of the principle. И затем вы расписываете все детали этого принципа. Salvation is by faith. Спасение по вере. Yeah. But no. If you have faith, если есть вера у вас, there are other details that you have to continue, right? То есть еще другие детали, которые вы должны следовать. You have to repent. Нужно покаяться. You have to confess. Нужно исповедаться. Yeah. You have to be baptized. Нужно креститься. Yeah. You have to get the Holy Spirit. Нужно принять Дух Святой. You have to live a holy life. Нужно жить святой жизнью. So there is the general principle. Поэтому есть общий принцип. And then the details underneath it. А под ним находятся все детали. A good example is 2 Corinthians. Yeah. Huh? Конечно. Без веры ничего не Лоша, not worth anything. В смысле? Если не получилось или нет? Нет, просто я так понимаю, что как бы вера это вера, но есть детали, которые мы должны делать. Вот эти вот детали я без веры никогда делать не буду. Конечно, без веры ничего не работает. Вера это general principle. Это сам основной принцип. And under faith comes these details. They are part of faith. А детали это уже последствия. Let me show you this other example. Хочу показать еще один пример. Okay. 2 Corinthians chapter 6. 2 Коринфянам 6 глава. It says, "Do not be unequally yoked together with unbelievers." Right? That's the principle. Не оставайте под одно ярмо с неверными. Это принцип. Now he gives you the details of what it means. А потом он расписывает детали, что это значит. Он этот принцип расписывает по этапам или по шагам. What does light have to do with darkness? What does the Messiah have что to do with Belial? Что общего света с тьмой? Какое согласие между Христом и Лиаром? What part does unbeliever have with believer? Какое соучастие верного с неверным? You have the general principle. Он такой общий принцип указал. And then the details. А потом все детали, все подробности. The breakdown of the principle. Расписал по пунктам этот принцип. Now, this is an important technique. This is an important mechanic. Это важная техника. Because at times it doesn't work to just give general principles. Потому что иногда недостаточно просто дать общий принцип. Especially with children. Особенно с детьми. You have to break it down to the details, to the small details. Его по деталям расписать все подробно. And God does that something. Sometimes. Иногда так Бог делает. But the rabbis do it. И раввины так делают. And the New Testament does it. И в Новом Завете так тоже. When God gives the general detail in chapter 19 of Leviticus, it says, "Be ye holy like I am holy." В Левит 19 глава. Будьте святы, как я свят. Заповедь Бога. Very difficult to know how to do it. И очень трудно понять, как же это сделать. How should I be holy? Как мне быть святым? It's a wonderful command. Хорошая заповедь. Yeah. Love one another. It's a wonderful command. Любите друг друга. Хорошая заповедь. Husbands, love your wives. It's a wonderful command. Мужья, любите своих жен. Хорошая заповедь. But no. You have to break it down. Нужно расписать ее. To the details. Подетально. And the devil is in the details. И the devil is in the details. Дьявол в деталях. Yeah. Because essentially we all generally speaking we love. Потому что все мы говорим общими фразами, мы любим. Generally speaking we want to be holy. Общими фразами говоря, мы хотим быть святыми. But how do you become holy? Ну как стать святыми? All of Leviticus 19
Вся глава 19 Левит. Is the breakdown of the principle. Be holy like I am holy. Там сказано, будьте святы, как я святый, потом расписано все пошагово, по пунктам, все детали расписаны. Don't be vengeful. Не мстите, не будьте мстительными. Yeah. Love the stranger. Любите странника. Don't be take advantage of the weak. Также не притесняйте слабых. Не ставьте камень притыкания перед слепым. Не проклинай глухого. Это все детали к принципу. Принцип такой, аллилуйя, давайте будем святыми. Но затем просто идет расписание по пунктам, по шагам. This principle, it's a technique. Этот принцип просто техника. Many pastors should learn this principle. И многие пасторы, вы должны изучить этот принцип. That it's not enough to teach big principles, you have to break it down. Недостаточно учить основным принципам, большим принципам, нужно их разбить по деталям. And we see that quite often in the New Testament. И очень часто мы это видим в Новом Завете. Много таких примеров в послании Петра, в посланиях Павла, Иакова, книге. Иаков, for example, says, deals with the principle, why don't our prayers get answered? Допустим, Яков разбирает такой вопрос, что почему мы не получаем ответа на наши молитвы. И затем идет перечисление целое. Перечисление причин, почему нет ответа на молитвы. Это переход от общего к частному, к частным подробностям, деталям. К следующему перейду, к шестому принципу. Правило толкования. It's called Kayotsebo Mimakomacher. You'll get the book in Russian, you will be able to see it. Получите книгу на русском, и вы посмотрите, как записывается. The meaning of this principle is. Что значит этот принцип? Making an analogy from another passage. Провести аналогию из другого текста. Making an analogy of another passage. Провести аналогию от другого текста. Very difficult analogy. I will share with you something very difficult now. Теперь я очень сложное вам хочу рассказать. When we have synoptic problems. Особенно когда у нас возникает синоптическая проблема. And the rabbis love to attack the believers on the synoptic problems. И раввины любят нападать на верующих, используя синоптические проблемы. And to show that the gospels are not coherent. И показывает, что Евангелия, они в разнобой идут, они противоречат друг другу, есть противоречия. But I will show you now such an analogy from another place that will shock you. И покажу вам такую аналогию, которая вас шокирует. In the book of 2 Samuel. Книга Второе Царств. It says. В книге Второе Царств говорится, that God tested David. Verse 1, chapter 2 Samuel 24, verse 1. Там говорится. Is it one? What does it say? Read. Гнев Господен опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Поди, исчисли Израиля и Иуду». Okay. So here you have a text. It says, God tested David. What is the word used there? Возбудил. What does it mean, возбудил? To stir. He stirred. Huh? Stirred up. Huh? Stirred up David. Stir up. Uh-huh. David. Mm-hmm, not tested. All right, now keep your finger there.
Go to 1 Chronicles 21. Поставьте там закладку. Откройте 1 Паралипоменон 21. Verse 1. 1. И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян. Same text. Один и тот же стих или текст. Same story. Та же самая история. The whole chapter is the same chapter. И это одинаковые главы. One place. Первое Паралипоменон 21:1. В одном стихе. God did it. Бог сделал это. In another place, Satana did it. В одном месте Бог сделал, во втором месте сатана сделал это. Видите ли вы это? В одном месте Бог говорится, во втором сатана. Во-первых, нужно на ситуации разобраться. There is two texts with the same story. Два текста, одна и та же история. One says God did it. В одном тексте сказано, Бог это сделал. The other text says Satana did it. В другом тексте сатана. If we were using analogy, normal logic, yeah, если бы мы естественную логику использовали, we could write on the board, то бы мы бы на доске написали God equals Satana. Бог равно сатана, равняется сатане. Right? Do you, да? Do you see what I mean? Видите, что я имею в виду? We could write on the board God equals Satana. Мы бы могли бы написать на доске Бог равняется сатане. Тот же самый текст, та же самая история и стих. An analogy of equal texts. Yeah. And we can learn from another place, from a third place. Аналогия — это когда есть два похожих текста, а мы берем третий текст какой-то еще. Допустим, два человека дерутся, приходит третий, чтобы их разнять. Два противостоящих текста, противоречащие друг другу. И нам нужно решить эту проблему. Нужно где-то найти третий текст. Come and resolve the problem. И прийти и решить эту проблему. Who took the children of Israel out of Egypt? Кто вывел израильтян из Египта? Бог. But I can show you text that says that Moses did it. Но я могу показать вам, что Моисей вывел израильтян из Египта. Right? Израильтяне думали, Моисей думал, Бог думал. Бог рукой у Моисея. Ага. Окей. So we have a situation in which a messenger. Поэтому ситуация, когда посланник is equal to his sender. Равняется тому, кто его послал. Messenger is equal to his sender. Посланник, посол равен отсылающему его. I can be here in Ukraine. Я могу здесь быть в Украине. I can make a telephone call to Mexico. Я могу позвонить в Мексику. I can promise to pay $10,000 to two Mexicans. Я могу пообещать дать $10,000 двум мексиканцам. Kill my son-in-law. Чтобы они пошли убили моего зятя. I would be guilty of murder. То на мне будет вина убийства. By law, I would be a murderer. По закону я буду убийцей. Even though I don't have a gun. Хотя у меня нет ружья. Even though I am here in Odessa. Хотя я нахожусь здесь, в Одессе. Even though I didn't do anything other than make a phone call. Хотя я ничего не сделал, только позвонил. Телефонный звонок, вот и все. Because when I appoint somebody to do something, и когда я назначаю кого-то на какое-то действие, it becomes an
extension of my arm. То он становится протяжением моей руки, становится моей рукой. My messenger is me. Мой посланник это я. If I am invited to go to court. Если меня пригласили идти в суд. Я приглашаю адвоката, он представляет меня, мои интересы. Мне даже не обязательно быть в комнате суда. Адвокат представляет меня. И в соответствии с еврейским законом, я могу жениться в Австралии, даже никогда не побывав в Австралии. Totally и по еврейскому проценту я буду 100% женатым человеком. Посол равняется тому, кто его отсылает. Равен, они равны. Таким образом, можем описать божественность Иешуа. Иешуа is God. Иешуа есть Бог. Is he God? Он yes, he Бог? Is God. Да, он Бог. How is he God? Каким образом он Бог? He is 100% equal to God. Он на 100% равен Богу. Because he is 100% representing God in the flesh. Потому что он на 100% представляет Бога во плоти. But is he God? Но он Бог? No. Нет, no, нет. And yes, at the same time. Нет и да в то же самое время. He is here on earth, он and здесь, God is in heaven. Он здесь на земле и Бог на небе. He talks to God. Он говорит с Богом. He said, my God, my God, why have you forsaken? И говорит, Бог мой, почему ты оставил меня? God is not schizophrenic. Бог не шизофреник. He's not talking to himself. Он не разговаривает сам с собой. Yeshua is talking to the Father. Иешуа общается с Отцом. So he is 100% God. Поэтому он на 100% Бог. But he, according to Philippians chapter 2, Но he addressed himself of his divinity. В Филиппийцам 2 главе он снял с себя свое божество, he put on the clothes of man, одел flesh, человека, and he came to dwell over here with us. Вошел в плоть и был здесь, сошел сюда, жил с нами. So Yeshua is the extension of God. Поэтому God sent him. Иешуа является предложением Бога, Бог его послал. The same principle is here. Тот же принцип мы видим здесь. The same principle is between God and Moses. Тот же самый принцип Бог и Моисей. God took the children of Israel out of Egypt. Бог вывел израильтян из Египта. Who saves us? Кто спасает нас? God does. Бог спасает. Through the agency and the sacrifice of Yeshua HaMashiach. Через установление жертвы Мессии. Через жертву Мессии. So this principle is an analogy from another passage is a very important principle. Поэтому этот принцип, как аналогия взята из другого текста, это очень важный принцип. Когда возникает конфликт, можно сказать, такой конфликт, как мы сейчас видим, Паралипоменон и в Царство, то решить можно этот конфликт только, когда мы посмотрим на третий текст. И так же, как Моисей сделал это благодаря Моисею, God can use Satan as his agent to do bad in the world. Бог может использовать сатану как своего агента для того, чтобы делать зло в мире. And we resolve the conflict. И таким образом мы решаем конфликт. In this way. С помощью такого способа. It's a technical means, a technical tool. Это инструмент такой наш для решения этого конфликта. In which we resolve a contradiction by looking at another location, another text. Мы решаем противоречие только благодаря тому, что посмотрим на другой текст, третий какой-то. That's the sixth principle. Это шестой принцип.
Седьмой принцип. Возможно, самый важный принцип. It's called Davar Hanilmad Miinyanu. Yeah. A thing that is learned from the context. То, что можно узнать из контекста. Context is very, very important. Контекст очень-очень важен. Everything. Все. Is decided by the context. Все решает контекст. I'll give you a personal observation. Oh, we need to take a break, right? All right, take a break. Давайте сделаем перерыв.